вольере живут референдум и весна. Эти тигрята родились в ночь, когда Крым голосовал за переход из Украины в Россию. Эту зебру зовут Россия, она родилась в тот же день, когда и родились референдум и весна. Родилась в Ялтинском зоопарке сказка. Ущерб нам направили в прокуратуру, причинен лесному хозяйству 120 миллионов рублей. И опять все нарушения, как говорится, оптом. Самовольное занятие водного объекта, снятие слоя плодородной почвы, нарушение использования режима земельного участка, ограничение свободного доступа граждан и нарушение правил водопользования. Полклонская, которая кричала, что я захватчик земли, уничтожитель лесов. Но кому будет легче от того, что это снесли? Непонятно. России, где лично президент России возглавляет или является соучредителем центра там по охране и защите амурских тигров, этот парк не нужен.